понедельник Лондон ненадолго замер. Столица приветствовала новорожденную принцессу пушечными залпами и салютом. В Вестминстерском аббатстве звучал колокольный звон. Чуть позже стало известно имя девочки – Шарлотта Елизавета Диана. Официально ее королевское высочество – Шарлотта Кембриджская. Напомним, супруга принца Уильяма Кейт благополучно родила дочь в субботу утром. В тот же вечер малышку показали общественности. Имя принцессы долго оставалось главной интригой. Букмекерские конторы принимали ставки. Шарлотта была фаворитом. Среди других распространенных вариантов – Элис и Оливия. После оглашения имени букмекеры выплатили угадавшим игрокам рекордную сумму в 1 миллион фунтов. Принцессу нарекли в честь дедушки Чарльза, прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы. Последнее имя стало для многих неожиданностью, но приятной. Я думала, возможно, Фрэнсис, оно немного тоньше, но они выбрали Диану. И это замечательная дань покойной принцессе. Уильям и Кейт чтят память Дианы разными способами. Фантастические имена. Их порядок может вызвать вопросы, но то, что это дань воспитанию и родителям, это хороший пример. Шарлотта Елизавета Диана – четвертая в очереди на престолонаследие. Как ожидается, ближайшие несколько дней Уильям и Кейт проведут в своей загородной резиденции на юге Англии, где представят дочь королеве.